меня приобщиться, святынь твоей. Благодарю тебя, что меня недостойно причаститься, причистой твоих и небесных даров ты удостоил, но, владыка чертолюбец, ради нас, умерший, воскресший и даровавший нам эти страшно жтрящие твои таинства благодеяния, освящения души и тел наших, сделай, чтобы они были вне выцеления души и тела, в отражении всякого врага, в просвещении чьи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнении мудрости, в соблюдении заповедей твоих, умножения божественной твоей благодати, твоего царства, приобретения, чтобы сохраняемый ими во священии твоем. Я всегда помнил милость твою, жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки, благодетеля, таким образом, уйдя из здешней жизни, надежды на жизнь вечную, достиг и места вечного покоя. День непрестанный глаз, празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинная цель стремления, неизъяснимая радость любящих тебя, Христе Боже наш. И тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне, и за причащение пречистых и жетворящих твоих таинств. Молю же тебя, благой человеколюбивый, сохрани меня под кровом твоего, тени крылья твоих, и дай мне чистую совесть до последнего моего вздоха, достойно причащать со святынь твоих, прощение грехов и жизнь вечную. Ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и тебе все славу высылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и да и во веки веков. Аминь. Давший пищу не плоть твою добровольно, ты огонь сожигающий недостойный. Не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучшие члены тела, и моего сердца, суставы внутренности в сердце, и сожги тернии всех моих согрешений. Души очисти, освети мысли, колени утверди, с костями вместе просвети, хоть главный чувств, сего меня пригвозди страхом при тобою. Всегда защищай, храни и береги меня от всякого вредного для души дела, и слово очищай, омывай, устрояй меня, украшай, разумляй и просвещай меня. Яви меня, твои обители, единого духа, и уже не обителю греха, чтобы убежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатаями за себя тебе представляю всех святых начальников, поиск бесплотных, притечи твоего мудрых апостолов и сверху твою непорочную чистую магию. Прими их молитвы, милосердный Христос, мой Сыном Света, соделай Его служителя, ибо Ты единый благое освящение, также сияние душ нашей. И Тебе, как подобает Богу, Владыке, всем мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне в жизнь вечную, кровь Твоя драгоценное прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое с подобием грешникам. Стать справа от славы Твоей по ходатайствам всечистой Твоей Матери всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица, Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойно стать причастником причистого дела и драгоценной крови Сына Твоего, народившей истинный свет. Посвяти духовно очи сердца моего, источник бессмертия родившей, живи меня умершленного грехом. Милости у Бога любящая, милосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление сокрушение сердца моего. И смирение в мыслях моих и призваниях к помыслам добрым, когда пленя бывает разум мой, достой меня до последнего моего вздоха. И в осуждение принимай святыня пречистой таинств, но в исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, владыку, по глаголу Твоему с миром, яковидисто очи мои, спасение Твое. Я же если готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и на небесе, и да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Устрой их, як уже светлость огня, высиявший благодать вселенную, просветение, сребролюбие, мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудре показа. Да ими словеси наказуя очи, а не златоустья моли, слово Христа Бога, спастися душам нашим.
от небес, и сиприялась и божественной благодати Твоими устнами все учишь и поклоняйтесь от Троице единому Богу, и они златоусты все блажения преподобные. Достойно хвалим Тебя и сего наставника, как божественно являем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прежде грешных молений глаз им. Но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих, и ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующе присно Богородице, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь.